В Кызыл-Арде на базе областной многопрофильной больницы открыли перинатальное отделение на 70 коек. Его оснащение обошлось местному бюджету в 1 000 000 000 тенге. Здесь установили МРТ, многофункциональные кровати с автоматическим контролем сердцебиения плода и новейшее высокотехнологичное оборудование. Оно позволит оказать полный спектр услуг молодым мамам и беременным женщинам. От комплексной диагностики до послеродовой реабилитации. Ожидается, что отделение снизит нагрузку на действующий перинатальный центр. К слову, Кызыл-Ардинская область – один из лидеров по рождаемости в стране. В прошлом году в роддомах региона на свет появились 18 тысяч малышей. С начала этого года уже 3 тысячи. У меня всегда были проблемы в период беременности. Это приводило к выкидышам. Поэтому рожать пришла сюда. Врачи были на высоте, очень внимательные и профессиональные. Осложнений не было. Ребенок родился здоровым. Актуальность этого отделения в регионе высока. У нас все больше беременных с серьезными заболеваниями сердца, крови, печени и почек. В многопрофильной больнице есть возможность при необходимости своевременно оказать экстренную помощь.